54 года Брэд Питт вновь оказался завидным женихом. Сначала ему приписывали роман с 21-летней Эллой Пернелл. Актрису сравнивают с юной Джоли. Действительно. Перед Новым годом пресса поставила Питта в известность о том, что у него новый роман. На этот раз с принцессой Монако Шарлоттой Козираги. Питт только улыбается. Спасибо, польстили. Он все еще не подписал документы о разводе. Не поддавайся ей. Процесс затягивается из-за установления опеки над детьми. Фактически Брэд предложил Анджелине деньги в обмен на детей, причем столько, сколько она захочет. Состояние Питта оценивается в 250 миллионов долларов. Но Джоли не пришла на встречу с ним и юристом, а в ноябре не позволила Питту лично поздравить сына Пакса с днем рождения. Нам ничего нельзя прощать. Это роскошь. У Питта трудный период. Умер его близкий друг-музыкант Крис Корнелл. Питт проводит время с его детьми. Своих детей на прогулки он брать пока не может. И что будет дальше? Найду себе тихий уголок, посижу там, подумаю. На свой 54-й день рождения Питт просит у Джоли отдать детей хотя бы на один вечер. Разрешит ли Анджелина, даже юристы не знают. Вы все, что у меня есть, и все, что будет.